Белый, синий и красный. Каждый цвет российского триколора имеет свою трактовку и значение. Белый олицетворяет чистоту и мужество русского народа. Небесно-синий – отвагу, веру и покровительство Божьей Матери. Третий – красный цвет – символизирует энергию, силу, героизм и кровь, пролитую в годы Великой Отечественной войны. Для каждого жителя страны государственный флаг имеет большую значимость. Гордость за боевые заслуги, гордость за возрождение России. Для меня очень было интересно узнать действительно историю флагов, узнать историю цветов этих флагов. Первый раз я увидела флаг Анапы. В музее представлены флаги и знамена периода Второй мировой и русско-турецких войн. Это гордость музея. Подлинный стяг 318-й горно-стрелковой дивизии, освобождавший Кубань от немецко-фашистских захватчиков. Посетители также смогли узнать историю создания флагов Краснодарского края и Анапы. Здесь также представлен флаг города Анапы, который 2005 года также утвержден президентом Российской Федерации. На синем фоне, который символизирует, конечно, море, мы можем увидеть изображение крепостной стены, которая напоминает о большой истории города Анапа, как курорта и как города-крепости. Здесь также мы видим символ солнца, на котором, если посчитать, 25 лучей, также символизирующих 25-летний, даже более истории города-курорта Анапа. Такие мероприятия проводятся ежегодно и, по словам работников музея, неизменно пользуются популярностью у жителей и гостей нашего города. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.